Люди вообще противные. Вот правда. Все мне пишут. Вы все за людей, за людей. А нам так хорошо. Вот я одна живу, всех гробу видела, и вот счастье наступило. Проблема в том, что они же не со зла. Другие люди, они не со зла. Если вы их спросите правду про вас, они же не со зла скажут. Ну, если вы ругаетесь, если у вас конфликт, если вы делите, так сказать, имущество или еще что-нибудь там у вас происходит, то, конечно, там пойдет такой мат-перемат, что дрожать будут стены имущества вот, от этого дела. Но в остальном люди не со зла, понимаете? И вот наша задача, ну, мне так кажется, можете по-другому думать, но как-то проявлять к людям больше сострадания, тепла и не навешивать на них избыточные ожидания.